Наконец-то, отмечают филателисты, Сочи вошел в реестр российской почтовой филателистической серии, которая называется «Гербы городов и субъектов России». Как и положено, к этому дню были изготовлены конверт и календарный штемпель одного дня, который полностью повторяет изображение марки с сочинским гербом. Погашение будет происходить в течение всего рабочего дня на почтамте. Каждый может приобрести у нас филателистическую продукцию, купить марки, конверты и погасить специальным штемпелем. Вся корреспонденция, исходящая сегодня с сочинского почтамта, она будет погашена знаменательным календарным штемпелем. 1 740 000 экземпляров выпущено марок. Поэтому должно хватить всем. Любители собирать марки сегодня пополнили свои коллекции. Для сочинцев важен сам факт появления первой в истории марки с гербом родного города. Я просто счастлива, что наш город теперь имеет собственную марку. Я очень люблю свой город. И очень приятно, что в нашем городе есть своя марка. Эти марки разойдутся по всему миру, будут в коллекциях у разных коллекционеров всего мира.